В областном выставочном центре посетители смогут увидеть работы орловского художника-фронтовика Николая Антипова. В годы Великой Отечественной войны наш земляк участвовал в обороне Кавказа. За смелость и военную смекалку Антипов был награжден боевыми наградами. Орден Красной Звезды нашел его через 23 года после совершения подвига. И он оставил в Орле о себе след прекрасной памяти. Воспоминания о военном времени остались не только в памяти автора, но и на его холстах. Выставка стала началом. В областном выставочном центре планируют продолжать знакомить орловчан с творчеством героев-фронтовиков. Не только в этом, но и в следующем году.